апатия потерять собственные умения или умения других для улучшения выполнения двигательных действий. Комплекс общеразвивающих упражнений выполняем 6-8 раз. Первое упражнение. Исходное положение. Основная стойка. Руки плечами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Исходное положение. Стойка ноги вверх, руки в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Исходное положение. Стойка ноги вверх, руки перед грудью. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Исходное положение. Основная стойка, руки на пояс. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Исходное положение стойка. Основная стойка, руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Исходное положение. Основная стойка, руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ребята, выполните подводящие упражнения для развития мышц рук и мышц плечевого пояса. Упражнение для мальчиков и для девочек. Поднимание туловища. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой. Это упражнение выполняется из исходного положения лежа на спине, на гимнастическом мате или на коврике. Руки за головой, в замок. Лопатки касаются мата. Ноги согнуты в коленях под прямым углом. Ступни прижаты партнером к полу. Учащийся выполняет максимальное количество подниманий туловища за одну минуту, касаясь локтями бедер или коленей, с последующим возвратом в исходное положение. Основные ошибки при выполнении поднимания туловища из положения лежа на спине, руки за головой. Это отсутствие касания локтями коленей, отсутствие касания лопатками мата, пальцы разомкнуты из замка и смещение таза.